Когда способности превышают возможности. Это про них, талантливых и творческих, особенных людей. Форум «Добра» на одной площадке собрал взрослых и детей из клубов «Изумрудный город», «Одинец» и «Школы Надежда». У нас сегодня здесь чудесное мероприятие. Посвящено оно Всероссийской неделе информирования об аутизме. Но это такая маленькая хитрость. На самом деле мы позвали сегодня всех своих друзей, партнеров для того, чтобы провести такое общее дружеское мероприятие. И оно будет первым таким мероприятием, которое ознаменует наше сотрудничество в плане развития инклюзивных творческих лабораторий. Недавно клуб «Изумрудный город» стал участником проекта «Инклюзивные творческие лаборатории». Это событие открыло для его подопечных новые возможности. Инклюзивные творческие лаборатории – это федеральный проект, который инициирован Министерством культуры Российской Федерации и который ставит свою целью творческое развитие и социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и включение их в социально-экономическую жизнь общества. Программу для участников форума подготовили обширную. Нарисовать радужного кота или сделать веточку весенней вербы на мастер-классах. Или поиграть в развивающие игры. Занятия на любой вкус и возраст. А детвору больше всего впечатлила спортивная разминка. Это такое мероприятие, которое организовали вместе с нашей школой. Здесь уже был спортивный флешмоб. Мы там делали упражнения, повторяли за всеми. А потом здесь была настоящая полоса препятствий. Пока участники форума весело проводили время и общались, родителям показали документальный фильм о подростках с расстройством аутистического спектра. В завершении мероприятия – праздничный концерт. Участники клубов подготовили для гостей вокальные и танцевальные номера. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».